Окей. Как-то вечером мы сидели дома и не знали, чем себя занять. Идти куда-то не позволяли суровые погодные условия, а играть было уже не во что. От скуки Таня начала приглядываться к шторам, пытаясь придумать, во что бы их перешить. Решение пришло неожиданно. Может, посмотрим фильм ужасов? Ну, давай. Фильмы ужасов мы не смотрели очень давно. Почему, не помнил никто. По запросу «Лучшие фильмы ужасов» поисковик выдал нам чуть ли не 1000 страниц. Мы посмотрели одну вкладку. Вторую. Третью. Где-то на шестой мы перестали их отличать друг от друга. Спустя 2 часа выбор был сделан, и мы сели смотреть. Спустя 20 минут фильма мы вспомнили, почему перестали смотреть ужастики. Когда фильм закончился, у меня сел голос, а Таня не подавала признаков жизни. Отдышавшись, я сказала: «Может, чаю?» «Давай». Пока мы пили чай, впечатления от фильма улеглись. Мы даже опять начали смеяться. Пришло время ложиться спать. Но как только выключился свет, на кухне что-то упало. Той ночью мы не спали. Больше никаких фильмов ужасов.